попытка, да? Естественно, там разные эти манипуляции. Вот. Ну вот, дальше что-то делаем, вдруг он потянулся тут. Вот, сюда, туда. Видите, а мы раз ее, видите, перевели. Все. Вот перевели и перехватили. Вот есть такая вот эта манипуляция. Ну и прижали как-то сюда. У него ребро больное. Нет, я почему? Вот главный перевод. Почему нам вот это все нужно? Вот мы курите, вот, вроде пустяк, да? Ну вот когда взял, раз, видите, вроде пустяк. Вот если мы вот это вот сделаем, да, он даем тут, он, видите, и тут сразу рука у него готова. Это физиологически, не от нас зависит. Значит, но когда вот мы вдруг, он потянул саму вот этой рукой, вот мы как бы вот этой вот держим, и вдруг мы вот отсюда, с под руки, раз, и нас как бы вытягивает к нему. Вот тут как раз надо вот это вот все проделать. То есть, то же самое, что мы сейчас делали. Значит, мы делаем то же самое, здесь вот подтягиваем сюда, но вот эта рука, она должна идти вот туда же, вот так. Видел? Провал идет. Это очень важный момент. Вот здесь сзади, сзади, когда мы вот сюда прошли, вот эти, вот тут, и тут вот, вот как бы рука оказалась, здесь прижали. Вот это и вот это все вот в одну линию. Вот она, видите, идет. Видите? Независимо. Иногда сама выдавливает. То есть мы бросаем вот в эту точку все свое вес тела. Плюс мы вот в это положение где-то чуть держим, и только отдаем чуть-чуть. И когда он успевает, но если уметь вот это перебрать, вот это, так это боевое. Это когда он наносит удар, смотрите. Видите, перевели, все. Можно бросать, а более боевое, вот чуть-чуть отвели, отдали туда. Поэтому вот эти переборки, раз, вот потянулся между ногой, раз ее сюда, быстро так подошли, и вот сюда. Вот это все, вот этого достаточно. Теперь вот это и вот это одновременно. Оп. Чуть-чуть скрутили. Попробуйте. Да? Здесь он не дает. А главное, что отпускаем. И ты вдруг полез. Вот этот очень важный, вот этот момент. Вот сюда все хорошо. Вот так вот просто. Ты не пройдешь, видишь, ты сразу взялся. Но когда медленно потянул руку, вот смотри, раз, смотри, как ты, я вот, скрутила. И она зато прижала. Вот это прижался. Но теперь не надо туда бросать. Вот это сюда, это вниз, а это вниз. Все в одну точку. А по сути, вот мы сейчас, сейчас в центре. Раз, пошли, посмотри. Вот он пришел, помнишь, да? Равноценно. Вот этот вот сюда надо. Эту сюда, эту тоже сюда, вот она. Видишь? Все. Сводка. Сборка в одну точку. Но здесь вот повязано, когда идет, все, он тут один раз схватил, да, практически. Потом покрасно так. Вроде пустяк, но зато он вот здесь в стороне все. И вы сюда же. Только маленькая деталь, ребята, смотрите, не идите вот так. Иначе у него локоть, сейчас когда прогибаться. Да. Здесь весь локоть скользит, смотрите, вот когда будет, идет, вот медленно, раз, смотрите, вот это сюда, и грудью надо сбить. Видите? Все, грудью мы прижали, все. И теперь только вот она рука, чуть нога, вон туда, в треугольник. Оп. Видите? Тогда она идет. Сергей Иванович, можно одно слово добавить? Ну, поскольку я, как все вы, борец, я такой же тупой, поэтому мне вот эти вот движения, когда Александр Иванович объяснял, мне было понятнее, для себя открыл, если вы видели сейчас, что вот когда вроде руки в крест идут, и да, вот эта вот рука вторая, как, ну, основная, она как бы из-под этой идет. То есть, неожиданно. То есть, да, вот он. Она мало того, что да, неожиданно, вот, она разворачивается. Видите, он ее выдернул. Во-первых, я вам сейчас покажу один фокус. Так, смотри. Вот, пожестче. Смогу я что-то делать? Нет, правильно? Ты когда вот так, есть разница. Увеличивается раз в пять вот этот рывок. Простая, но не деталь. Вот мы схватились, никак. Так мы вот сюда вклинили, опа, он уже здесь. То есть это как маленькая деталь. Следующий момент, когда мы вот это, вот так, еще это не отпустили, а это уже прихватывает, видите, крестом, все. Вот он связанный. Плюс, теперь вот смотрите, ноги вот так делаете, вот. Это как все равно, что вот такой удар.
Она вот как взяли груди туда, так и пошли туда. Хоп, груди туда. Где-то 5 рыбов. Да, проход хороший был. Заклина. Заклина, да. Вот. Это, вот этот очень важно. Поэтому сейчас можно, смотрите, даже какой. Возьмите вот так, он только лезет. У нас захват. Он начинает что-то дергаться. Вы взяли вот из-под руки. Смотрите, куда уже перехватили. Видите, попробуйте его вот так схватить. Нет. А вот здесь есть фокус в том, что мы держим вроде пустяк. Вот там, видите, захват тут. Ну, вот руку так берем, свою руку так поддаем. Опа! И она тут же, смотрите, где перехватила. Вы уже за спиной. Вроде один. Просто на одном этом. Вот взяли так, руку взяли, левую, правую, хоп, перехватили. Он тут протягивает. Нет, да. Вы ее перехватываете вот так. И отсюда берете вот так. Опа! Вот несколько раз попробуйте эту переборку. Она очень важная. Но в отличие от первого варианта, это чтобы мы видели, мы кидаем вот эту. Видишь, как разрывает ее? То есть, а раз мы выходим, смотрите, мы сюда выкинули, это сюда. Видите, рычаг, все. Она опять хватает. Но за счет вот этого вот рычага, это неожиданного, когда мы взяли вот сюда, видите, откидываем. Вот он уже сжал. Даже одной рукой. Видишь, как можно? Одной рукой. А здесь мы делаем двумя, как это, транспортер все делает. Вот это затаскивает, и это затаскивает, там пошел. Видите как? Вот. И нам есть возможность вот здесь эту ротацию сделать. И тогда, когда он прихватил, мы начинаем вот это дело. Вот. Даже в этом положении. Смотрите, кидаем вот сюда. Видите? Вроде пустяк. А теперь вот так. Не удерживает. Мы кидаем вот, вроде пустяк. И как, да? И вроде сюда, вот дырочку сделали, прокиньте к себе вот сюда. Вот. Можно разворачиваться, ну, в основном это вот надо руку вот сюда. Все. Держи. А теперь, опа, ну что мы с вами делаем. То есть, вот это то, что мы начали, оно у нас одно, второе заканчивается вот этим делом. Только, единственное, не спеша, вот, вот это, рука. Опять возьмите эту руку. Так, да. Вот рука. Снизу возьмите, подтяните. Но она жесткая же, видите? Нам нужно создать жесткость. Смотри. Здесь, видишь, вот он. Алло, Леночка, сейчас меня, подожди, перезвоню. О, видите? И когда он упирается, мы начинаем его проваливать. И вот это вот, видите, она. Вот, видите? Он вроде и держит, но мы за счет вот этой вязки. Потом борьба же с неожиданностью. Я бы сорвал. Давайте резко нет, потому что пальцы летят. Вот. Поэтому еще маленький, в этой же области, ну чувствую, не идет, да? Подождите вот сюда, вот, не зря же вот эти крылышки сделали. Это хитрая вещь, кстати, в самбо. Забыли ее немножко где-то. Мы ее прихватили, смотрите, вот он вроде палец, да? А мы взяли, чувствуешь, выбежали. Но это еще не все. Мы это сделали, как отвлеклись от этого. А теперь хитро берем вот так, смотрите, ее сюда протаскиваем. Видите? Все. Вот за счет этого рычага, вот мы что-то делаем, тут раз закрылочки так. Вроде оттянулись, но он же держит уже, все, а тут мы их пока еще не даем. И мы раз вот сюда, опа. Тут уже, пожалуйста, кто, я показывал за два рукава, я всегда, ой, за один это, брал двумя, всегда бросал. Мне выходило и задняя, сюда. Но самое главное, что мы вышли из захвата, и как же есть далее своя. Вот. И еще вот в этой вот части, вот, смотрите, когда мы продернули, перехватили, да? Вот. И мы чувствуем, назад он где-то ушел, не имеет значения. Видите, вот эту голову, вы ее кидаете, так как сегодня есть ММ, она вот сразу прихватывает. Вот. Видите? Вот. Если нет, вот рука, смотрите, мы раз и отпускаем ее. Вот потихонечку. Смотрите, видите вы мыши? Вот потихонечку. Бросать можно, нет. Вот здесь. Опять же, одна треть бедра. Закидывайте ему сюда и так далее. Вперед. Попробуйте. Все, фактор неожиданности.
Нам он не ждет, он вроде уперся. Все. А люди бодаться любят. Сильно любят. Бодаться. Вот плечо. Они же бывают разные. Вот их плечо. Это же вообще командай. Там не надо вот этого делать. Надо только успеть вот сюда просто эту руку, а вторую на руку. Вот так. Вместе. Все. Саня, я сняла для тебя. Понять вот эти вот переборки. Ну, не важно, потому что она холостой. Она раз включит. Ты чувствуешь ключа? Есть, есть. Ты же не зря, она подказана хитро. Раз, ты сразу же среагировал. Ты взял. Видишь, никуда не ложится, Тёмик. Ну, почувствуй, вот. Вот это. Это Александр Иванович, спасибо большое. Ему тяжело вращаться плечами. Если он не знает, вот это технология, здесь никак. Правильно? Ну, не подворот, ничего. Ну, смотри. Что бы так, не делал? Все. Если мы не делаем, вспомогательные какие-то вещи. Лизнись. Вот. Все. Он будет держаться еще, а ты его раз сюда и проходит. Есть? Вот она. Он держится. А мы тут. Но первый раз вообще у нас было вот так. Сюда полочку сделали. Вот, все. Ну вроде пустят, мы связаны, мы даже прижали. Все. И не вот так кидаем, а за счет проворота локтя. Видишь? Можно? Что-то у нас это. Ну, получается, мы раз делаем сюда закрылочку или просто за плечо. Лучше вот так. И плечо вот так вот. Он держит вроде, и мы его держим. Вот, вот. Обычно вот так. Да, вот это обычно. Вот мы сюда сунем. А сюда. Видишь? Либо мы вот сюда. Либо вот сюда. Что, в общем-то. Получается, что у нас рычаг есть. Как рычаг вот. Вот он сейчас правильно сказал. Два самых сильных, один из самых сильных рычагов, где плечи. Плечи это так и так надо. Да. Потому что они в одной оси. Тогда же. Вот она держится. Вот она держится. Вот срывается. Вот. И это. Бери. Да давай ее вылезть, распространяла все вокруг. Теперь кидай. Теперь вот это одно. Вот это еще. Уходим. Один вперед, а вот сюда. Вот мы в этом сесть. Здесь не захватываем вообще. Здесь открыто. Видишь, нет, это что? Ну, видишь, вот они, бабочки. Видишь? Ну, прямо.
бабушку, это монстр, который ПБН заставил, бегемот такой вес. Вот как раз объясняет, как треугольник закрыть. У него все задыхаются, но он делает один прием, и треугольник закрывает, вот так. Александр Иванович, а вот еще покажи ребятам, очень актуально. Давить не вот это, а вот это. Она как бы кисть вокруг. Но даже если просто дергать, все равно пальцы отлетают. Пальцы, да, они выдавливаются, пальцы. Просто, ну, такая вот это. Но есть, когда вы смотрите еще раз, на всякий случай. Если взяли вот так, вот это вот пальцы, вот они, видишь? Все. А если закручивать внутрь, вот так, и вниз. Ну, вот так, вот, да. Да. Вот, ребят, клин. Все, мы уже тут. Вот. Только Борисов, нас чувствовать не идет. Все. Вот так вот клин и вот сюда ее. Вот. Вот то, что мы сейчас сделали. Все, вот оно, вот. Вот он, рычаг, все, вы берете. Ну и отсюда всегда идет, кто знает, на случай чего, простой медицинский прием. Не надо, вот как бы здесь не держал крепко, мы рвемся, да? Ну, руку сюда подвернем. Ну-ка, ну-ка. И все вылетает. Ну-ка, ну-ка, Александр. Он из полиции, он знает. Поэтому убирает. Вот, но только здесь надо немножко так прокрутиться. Потому что когда потянешься сюда. И то даже, вот я, как на примере, взяли сюда и разорвали. Это сюда, это туда, вот так. Видите? Задержание рычагом, рычагом локтя. Да, ну здесь как бы могут придраться. А когда вот он борется, ну вот так. Все, она выскальзывает. Макс понял, если вы не понимаете. Посмотрите, еще раз, раз, еще раз, помедленнее. Вот поймать надо. Видите, два. Вот еще раз, смотрите. Видите локоть. Ясно? То есть, вот старайтесь по частям раскидывать. Вот раз есть это движение, медленно, раз, все, опа, держали. Он идет снова, два, оп, клин. Нет, то есть помогли. На его 60 километров, 60 килограмм, мы тоже добавили 60 километров, 60, получилось 120. Ну, честно говоря, вот мне, как человеку... Он вытаскивается, вот, здесь но... еще тут это и вот это, видите, рычаги. Да. Не тупые в смысле силовые, да. Вот в каком смысле. Ну, вот можно двигаться вперед, выдергивать назад и раскрутить по кругу. Это очень важно. Вот. Если кто резиной занимается, можно взять сразу, раз, вернулся. А вы сделаете сюда, шаг, сюда, бросок. И наоборот, сюда, сюда, бросок. Чтобы у вас ноги все время были разгружены. Чтобы они не загружались, они мобильные были. Тогда улучшает. Ходишь вот так. Как, ну, не знаешь, куда это. Почему он? Боксеры, видите, пацаны, он встал вот так. Тот он пытается ударить, а тот вот так. Вместо того, чтобы вот, когда оно бьет, вместо того, чтобы вот так вот, накидываю руки вот так и к нему продвигайся, чтобы он это, ну, когда он так делает, но когда он начинает останавливаться, он не сможет вибрировать туловище. Ему нужно сделать шаг какой-то в сторону или назад и вывести его на это. Тоже один из практических моментов, которые есть и в боксе, и в боксинге. Да, ну вот мы все время говорим, что я, вернее, говорю, что для ударника, что для борца. Сустав один, сжали его, отпускаете. Локоть сжали, отпускаете. Плечо сжали, отпускаете. Значит, плечо сжали, отпускаете. Локоть сжали, отпускаете. Кулак сжали, отпускаете. В обратную сторону также. Потом вместе раз, два, сводим три. И у нас получается, что уже руки практически сухожилия высвобождены от напряжения. Особенно если это делать с дыханием. То есть вот это сжимаем, делаем вдох, разжимаем, делаем вдох, выдох. Все тело сжали, вдох, выдох. Отпускает их. Почему по инерции выходят же ноги и пошли бороться? Это же это естественно в человеке. Но почему-то на тренировке мы не тренируем. Да, вот мы об этом как раз тоже говорили, что вот это вот значение вот этого энергетического. Да.
Я вот помню, вот этот Кирилл Андреевич Романовский, неоднократно чемпион Советского Союза. Вот он боролся, знаете, вот взяли там захватит плотно, да, вот. Пятками ударится. Да. Переходит. Нет, а это ты же борешься, да? Раз и все же, помните, не сразу идут захват. А поздоровался в борьбах. Так что раз, оп, и начинает вот так вот что-то. Это же всегда закон, это у человека есть. Одни сразу идут вязать. Ну, по праву, вот какое-то же движение. Это зверь, взгляд. Даже достаточно подмигнуть. То есть информацию поменяет. Друг на друга смотрит, вот раз он вдруг под ноги, так не поймет ничего. А есть наоборот. Ну мы еще когда-то в Минске первое делали по телохранителям, там приезжали с новыми горки, разведчики, как взгляд. Вот они смотрят вот так, ходят, подходят, отходят друг друга. А этому я говорю, ты когда будешь туда подходить, и последние шаги как раз и так, и загляни. Это нужно было этот мурас тут бьют. То есть смена информационного поля. То есть не то, что он испугался. Он уже привык. Раз, два. И ты мурас и другой. Ну, точно так же здесь. В борьбе или в ударе, все время там что-то делает. И тут показывает ему. И вдруг отходит, открывается. И тут вдруг оплюху. Тюм, ему выписывает. А же в борьбе там. Это же закон там один. Ну, поэтому, если кто-то помнит, наверняка у кого-то был такой момент, когда уже устал, думаешь, ну что-то надо это делать. Уже подходишь к нему, а, и так в сторону пошел. И тот, естественно, набегает. Перехватить, ему же надо отыграться там или что-то. Или ты наоборот уже думаешь, а, проиграл, ну и фиг не. И по инерции затягиваешь его. А ему уже хочет, он побежал. Ты тут поворачиваешься или что-то там. Или вот так же в ударе. Бьешься, бьешь, потом раз открылся, и тут вылетает, а ты там встречно, бум. Это тактика. Она вот от информационного поля, от своего почерка, каждый свой прием, каждый свой почерк, кто-то вязкий сильно. Вот Баранов у нас был. Он тоже он все время вязал, он не прыгал, вот он только начинает прыгать, его обязательно помнит, как сейчас. Ну, он вот шестикратный чемпион мира, артерист. Галик у нас вот, Коля. До сих пор по ветеранам выигрывает и по самбо, и по дзюдо, и это, Европу, Россию, Европу и мир. Я узнаю там, что вот этот человек живет в такой-то комнате, у меня номер телефона такой-то. Время 11 вечера, мы ему раз звоним таким хиплым голосом. Ты такой-такой, ты тебя завтра похороним. Все, раз, чтобы поймем. Снова звоним, говорит, слушай, ты завтра бороться будешь? Да. Ты подохнешь завтра. Жестко как. Ходит, не поймет, там начинает что-то говорить, стой там. Опять звонят соседу, говорят, слушай, подойди к соседу, скажи, что его завтра похоронят. Раз, тут подходит и говорит, слушай, какой дурак звонил, сказал, что тебя завтра похоронят. Да он задолбан, я уже видел. Все, тут выходит уже на схватку, вот такой. Это шутили, это были такие шутки, это жесткие. А, жесткие шуточки, да. А на другом конце телефона кто знает, кто это?